Так, кого из родителей вы любите больше, папу или маму? Ой, сложный вопрос. Да, я знаю, потому что папа ушел от вас, когда вам было совсем немного лет. Да. И у вас были сложные с отчимом, насколько я понимаю, отношения. В одном из интервью вы говорили, что вы прям физически испытывали... Я не могу сказать, потому что и мама, и папа вдруг посмотрят. Я не могу сказать. Я, конечно, они мои родители. Не можете, не надо. Я их обоих люблю. Последнее. Желтым, да, любую желтую. Уходили ли вы из заведения, намеренно не оплатив счет или что-нибудь прихватив на память? Нет. Из гостиницы? Нет, никогда. Нет. Вы такая положительная. Я не положительная, я просто... Как это называлось? Как вы забываете? Не красная шапочка, а красная туфелька, да? Red Shoes Diaries это называешь. Я не положительная, я просто опасливая. Да. Все же бумерангом возвращать. Что-то украл, придется отдать гораздо больше. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.